Здравствуйте, уважаемые друзья! И наконец-то стартует Rising Traffic проект, площадка, аналогичная Traffic Monsoon. Значит, уже было давно объявлено о старте данной площадки, но были проблемы некоторые технического характера, и значит, админ каждый день отписывался, то есть как там, что происходит, как движется работа. И сейчас вроде уже все налаживается, поэтому мы можем заходить в этот проект и начинать работу. Значит, регистрация выглядит у нас, страничка для регистрации, вот Join Now, выглядит таким образом. Здесь будет указан спонсор, значит, фамилия, имя. Пожалуйста, пишите свои настоящие данные, заполняйте, чтобы при выводе прибыли не было никаких проблем. Так, далее. Email ваш в зоне .com, лучше gmail-овский использовать. Так, имя, пароль, подтверждение пароля, ну, имя, username. Значит, выбираем страну, вводим капчу и нажимаем вот здесь кнопочку, согласно, что мы согласны с правилами. И регистрируемся. Кнопочка регистр. Далее подтверждаем письмо. Письмо придет на почту. Подтверждаем свой аккаунт, верификацию своего почтового ящика. И заполняем нас в нашем профиле все дополнительные настройки. Вводим наши данные по платежным системам. Значит, здесь у нас платежные системы Payza, Solid Trust Pay, Bitcoin, Perfect Money и уже добавился PayPal. Также есть еще CoinPay Payments. PayPal уже привязали, и это уже очень хороший знак, так как PayPal либо с кем не работает. Необходимо очень сложный путь верификации для того, чтобы принимать платежи. Фирма серьезная. Здесь можно менять. Changed. Менять. У меня сейчас стоит по умолчанию Perfect Money система. Вот. Можно заменить на любую другую. В отличие от Traffic Monsoon, где мы можем поменять лишь раз. И если мы захотим сменить платежную систему, там надо будет нам вводить минимальную какую-то сумму на рекламу с той платежной системы, на которую мы будем уже выводить в дальнейшем. Здесь же можно выводить, выбирать любую сразу. Главное указать аккаунты, все при регистрации. Итак, здесь у нас такая же кнопочка, как на Traffic Monsoon, Start Surfing. Значит, мы ее нажимаем и просматриваем 10 бесплатных реклам. Здесь есть русский язык, но он очень кривой. Пока еще большая часть не переведена. То есть я пользуюсь английским. Значит, здесь вот у нас, как мы видим, уже появились первые рекламки по 1 центу. Давайте попробуем нажать на рекламки, потому что вчера тоже мне приходили, но вот 30 секунд идет таймер, но они не подтверждались. Было написано: sorry, извините, эта реклама недействительна. Сейчас посмотрим, что сегодня происходит. Работает ли полноценно уже сайт. Итак, как мы видим, 1 цент зачислен. И нажимаем здесь продолжить. Traffic Monsoon. Здесь нас перебрасывает почему-то опять на эту страничку. Надо нажать Overview. И нажимаем следующую. И платная реклама пока только вот попадается Rising Traffic. То есть их нет. Итак, зачислено. Продолжить. Вот остались еще 3. Так, где у нас эти 2?
две здесь не отобразились. Вот тут видите, только 0 без центов отображается. Ну, во всяком случае, это пробное, это уже начало, последнее допиливание сайта. Уже можно начинать потихонечку работать. Итак, мы откликали 5 наших рекламок. Рекламки еще тестовые пока. Должно быть 10 реклам, то есть на 10 центов 5 минут вашей работы. Значит, нам надо, ну я сначала рекламки кликал, теперь я скажу, что надо обязательно проходить 10 бесплатных, просматривать реклам в день. Вот идет отсчет времени в сутки, 24 часа, и вот идет таймер. Осталось 19 часов, чтобы засчитывались клики ваших рефералов, и мы получали дополнительную прибыль. Нажимаем Start Surfing, тут у нас таймер 20 секунд. И здесь вот отображено, сколько кликов у вас просмотров рекламы за сессию. Здесь мы должны ввести капчу. Нажимаем Submit. И нажимаем Next Site. Или вернуться в свой аккаунт. То есть, когда вы достигаете 10 кликов, будет отображено здесь 10. Тогда нажимаем уже Go Back to your account. Если еще не просмотрели, нажимаем Next Site. Так, это наш бесплатный заработок. То есть без бесплатный, без вложений. Заработок. Здесь у нас, смотрите, вот профиль заполнен на 85% у меня. Значит, можно здесь прямо нажать на главную кнопочку. Заполнить профиль и дополнить все сведения о себе, заполнить. Значит, также мы можем зарабатывать на платных, покупая пакеты. Вот у нас план 1, 35 долларов. Нам дается вот куча рекламок, то есть мы можем получим при этом раскрутку своего сайта, и в итоге на выходе вот у нас получится 39 долларов 20 центов на прибыль. Ну, с этим будем разбираться в дальнейшем. Сейчас у нас главное бесплатное, что можно сделать без вложений. Давайте откроем правила и почитаем, как тут зарабатывать. Значит, открываем вот эту вот вкладочку. Давайте попробуем перевести. Ну, если получится, переставим здесь языки. Здесь у нас ничего не выходит. Поэтому переведем с помощью своего переводчика. Так, тут оно все сбилось в кучку. Мы постараемся разобраться. Так, вот вы покупаете AdPack, который даст вам доход 39 долларов 20 центов. Вы должны откликать минимум 10 объявлений бесплатных в течение 24, чтобы вы участвовали в распределении доходов. Чем больше рефералов, тем больше вы будете зарабатывать. Вот здесь, ну, давайте я назад переведу, чтобы оно выровнялось, тут уже будет понятно. Значит, 10 рефералов по 10 центов на 30 дней мы получаем 30 долларов. Ну, как в Traffic Monsoon, то есть 100% реферальная программа. Значит, получаем мы 30 долларов за 10 рефералов. В год это 365 долларов. 500 рефералов на 30 дней, это 1500 долларов. То есть для чего так и выгодно привлекать людей в этот проект.
И здесь нам пишут, как мы можем заработать на кликах. Используя рекламные услуги. Там далее у нас распределение доходов и комиссии с продаж. То есть вот 10% еще идет комиссионная, если реферал покупает пакет. Значит, здесь также указано, что мы не можем иметь больше одного аккаунта с IP-адреса, иначе нас заблокируют. Могу ли я пригласить членов семьи по реферальной системе? Можно, но чтобы это было на разных компьютерах с разным IP-адресом. Так, значит, минимальная выплата. Когда я могу получить выплату? Выплату вы сможете получить в том случае, когда аккаунт, баланс на вашего аккаунта достигнет 5 долларов. Значит, минимальный вывод 5 долларов. Первый, по крайней мере. Так, значит, платежная система у нас Payza, Solid, TrustPay, Perfect Money, Bitcoin, OPay и Payer. И пока еще не видно их. Вот так Pay и Payer я еще не видел, чтобы они отображались. Так, и ага, выплата у нас в течение 24 часов. То есть вот так. И вот я на баланс зашел, вот эти 5 центов отобразились на той платежной системе, которую я указал в качестве основной. Сюда вот, здесь оно будет отображаться у нас. Во вкладочке «Финансы». Также мы можем посмотреть на наши проценты, что у нас здесь. А, то есть это всего, что у нас заработано. Баланс комиссии. С кликов рефералов. То есть все-все-все балансы здесь будут указаны, собираться будут в единую. В единый баланс. Также здесь мы все видим отображено на каждой панельке платежной системы. Так, ну вот с этого мы пока начинаем. В дальнейшем я буду уже включать в обзоры. Вчера я в своем ежедневном обзоре как раз попал, у них была реконструкция опять-таки сайта, поэтому не стал я уже ждать, показал вам пустой экран. Сейчас заработало. Вчера тоже рекламки приходили, но они еще не отрабатывались. То есть не фиксировалась цена за них на аккаунт. Вот пришло письмо. Письма приходят регулярно с извинениями, объяснениями, что тут происходит. Вот PayPal добавлен. Все в порядке, но какие-то проблемы вот были с Solid Trust PM, решаются. И всю информацию мы получаем на главной странице, также кроме как на почте. Мы видим здесь вот отображается. Так, ну это для первого взгляда как бы все. Начинаем работать. Желаю вам высоких профитов. На связи был Андрей. До новых встреч.